Добрый день, уважаемые радиослушатели радиостанции ПЛН-ФМ. С вами снова я, Рассадин Николай, и мой музыкальный блог. Ни для кого не секрет, что в последнее время Россия близко сотрудничает с африканскими странами. Этому событию и посвящена моя новая песня. В черной жаркой Африке, да в целой, а не в части, на россиян вне графика навалилось счастье. Африканские князья стали вдруг лояльны. Мы, говорят, одна семья, родственники дальние. Только это вы, родня, нам должны погланды. Отвечается фигня, Шурин из Уганды. Отработаем должок голосом в ООНе. Ну и сладкий пирожок где-нибудь в Габоне. Главный репу почесал, вроде бы все складно. Поразмыслил полчаса и сказал, да ладно. Вот и Пушкин наше все из земель нубийских, а наш пускай банан сосет в Ступино и в Бийске. Все от радости в стране прыгали, как зайцы. Но зашел к моей родне человек китайский. Брату Шурину, сватам, смазал дырки мазью. И слетели, как с куста, родственные связи. Это как же так, родня? Вы родня мне или? Вы же кинули меня, в спину укусили. Отвечает дядя Си, черная корова, Пекина молока неси, будете здорова. Спасибо за внимание.